Около 20 автомобилей. Представители частных охранных предприятий Кузбасса прибыли в Ленинск-Кузнецкий ровно в 10 часов утра. На главной площади Победы, около мемориала погибшим землякам в годы Великой Отечественной войны, участников областного автопробега «Дорога памяти» встречали сотрудники Ленинск-Кузнецкого межмуниципального отдела внутренних дел. Мы собрались у памятника, посвященного героям Великой Отечественной войны, чтобы поклониться и отдать дань памяти павшим в боях за Родину, а также в борьбе в правопорядок в те нелегкие и кровопролитные дни. Мы будем вечно помнить подвиг наших отцов и дедов. Сотрудники полиции и охраны почтили минуты молчания памяти погибших в годы войны земляках и возложили цветы к вечному огню. Стало доброй традицией ежегодно проводить подобные мероприятия. Сороковые уходят в историю, но память о наших отцах и дедах жива в наших сердцах. Мы помним их подвиг, мы помним, что они подарили нам победу. Мы также помним наших сотрудников органов внутренних дел, которые участвовали в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, которые пришли служить в милицию после войны. Мы гордимся ими и их подвигом. Я от имени Совета ветеранов поздравляю всех с 67-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто в послевоенное время стоял на защите правопорядка, участники автопробега доставили на дом продуктовые наборы. В Ленинске-Кузнецком сегодня таких людей в живых осталось только 9 человек. Идея поздравления ветеранов Великой Отечественной войны с оказанием им адресной помощи, она была поддержана охранным сообществом. И сегодня вот в этой акции участвуют более 40 экипажей, где-то около 100 человек только в их составе охранных предприятий. Каждому ветерану без исключения мы подготовили для от охранных предприятий такие памятные наборы «Солдатская пайка», посетили их накануне Дня Победы, значит, в местах их проживания. Сегодня у нас осталось ветеранов, участников войны, с органов внутренних дел всего 70 человек в живых. Они практически уже маломобильны. После памятного митинга автопробег «Дорога памяти» отправился в Кемерово. Всего участникам областного автопробега предстоит проехать более 250 километров.